психолог Світлана Іваненко сьогодні завітала до нашої студії. Вітаю вас. Добре утро. Разом з вами ми сьогодні поговоримо про вплив війни, психологічний вплив на наступні покоління. Тож, який вплив має війна з психологічного боку? Сначала нужно сказать о том, что такое война для тех, кто в ней участвует, для тех, кто является современником этих событий. Это всегда нарушение безопасности, да? Это всегда тревога за свое настоящее, это страх даже погибнуть, это страх голодать. Вот. И вот это накладывает отпечаток и на следующее поколение. Таким образом, что если говорить о поколении, которое было послевоенное, то основной задачей жизненной было выжить. Вот, то есть то, что пережили родители, да, дети потом уже внесли в свою жизнь в качестве основной модели жизни. Кажуть, що під час Другої світової війни молодь та діти раптово подорослішали. Як це дорослішання і ця зміна в дитині, у молодій людині повпливала на наше покоління? Действительно, во время войны нужно было рано взрослеть, это была просто необходимость. То есть даже дети, подростки становились взрослыми, ну, в связи с такими событиями. И распространенная фраза «я в твои годы», да, она как раз о том, что действительно вот наши дедушки, прадедушки, бабушки, прабабушки вот в молодом возрасте вынуждены были становиться взрослыми для того, чтобы выстоять, выжить, становиться опорой. Вот. А в нашем поколении, в последующих поколениях, можно сказать, что такой угрозы нет. И слава Богу. И можно говорить о том, что взрослеют люди сейчас некоторые медленнее. Да, и взрослость наступает не всегда соответственно психологическому, физическому возрасту. Вот, что это всегда, может быть несовпадение какое-то в возрасте. А ось чи можуть вплинути події, які відбуваються зараз в Україні, на наше наступне покоління, так як діти також зараз можуть бачити воєнні дії? Дело в том, что они уже влияют. Вот те события, которые на данный момент в Украине происходят, они уже влияют на наше настоящее, ну и следовательно повлияют на наше будущее. В те годы, когда все начиналось, было очень тревожно. То есть тревожный фон был у всех абсолютно. Это то же самое, да, нарушение базовой потребности в безопасности. И связанная с этим тревога за своих детей, за свое настоящее, за свое будущее. Вот. И в будущем можно только предполагать, можно только догадываться, что это может способствовать тому, что там закрытость, либо агрессивность, либо ожесточенность, либо потеря веры в справедливость. То есть последствия мы можем только предполагать. Є чимало зараз статей про те, як вплинула Друга світова війна на наступні покоління, на їх виховання батьками, тому що чимало жінок залишилися вдовами без чоловіків. І саме зараз хочеться поговорити про роль жінки у вихованні наступного покоління під час війни. Смотрите, як получалось, да, що мужчини уходили на фронт, і жінки оставались в одиночестві. Им приходилось воспитывать детей, кормить детей, содержать семью и еще где-то, возможно, там, работать для фронта, для победы. Вот. И это все делало женщину очень сильной. Да? Женщина должна была выстоять. И вот эти вот лишения, да, если учесть, что исторически еще до войны были сложные условия, послевоенные, там, какие-то исторические такие условия, где мужчины уходили, вот, то это все сформировало такую склонность женскую к тому, чтобы брать много всего на себя, вот, и становиться сильной, становиться во главе. И это все передается генетически. Есть такое понятие, как трансгенерационная память. Да? И вот казалось бы, да, сейчас уже все хорошо, все замечательно, но внутренне, да, по родовым таким вот каналам памяти, вот, потребность в том, чтобы быть во главе, быть сильной, защищать свою семью, своих детей, она вот мигрирует из поколения в поколение и отражается вот уже в современных женщинах. Если жінку це зробило сильнішим, то чоловіків, я думаю, навпаки, те, що жінка взяла на себе роль матері-берегині, чи зробило це наступне покоління чоловіків більш слабкими в порівнянні з жінками? Можно сказать, что такая тенденция есть, но это не закономерность.
да, что в паре всегда существует баланс. Да? Если женщина берет на себя больше, то мужчина соответствующую оставшуюся часть ответственности. Вот. И здесь ну, нельзя говорить, что это из-за того, что женщины стали сильными. Здесь всегда ответственность делится 50 на 50. Ми з вами тільки що говорили про глобальні такі проблеми, про глобальний вплив на наступне покоління. А ось як на нас може повпливати трагічна доля наших бабусь, дідусів, нашої родини саме безпосередньо? Дело в том, что если в роду были события, связанные с войной, связанные с голодом, с лишениями, вот, то это всегда отпечатывается в так называемой родовой памяти. И вот очень частые случаи в практике терапевтической, когда человек с лишним весом, да, вдруг рассказывает о том, что бабушка голодала. И тогда уже у внучки, у правнучки непонятно откуда берется желание запасать продукты, накапливать лишний вес. Ну, потому что где-то вот в каналах родовой памяти есть память о том, что может быть голод. Да? Или, например, там страх потерять. Там страх потерять мужчину, мужа, да? Непонятно почему, необоснованный. И если исследовать, опять-таки, родовую историю, то можно выяснить, что это было несколько поколений назад. Допустим, бабушка провела на фронт дедушку, и он не вернулся. Ну, опять-таки, вот эти вот необъяснимые явления, да, они очень часто находят отражение, находят, ну, свой исток именно в родовой системе. Поэтому очень важно знать историю своего рода. Ось ми, пані Світлана, з вами проговорили про негативні наслідки, негативний вплив, але чи можемо ми з цього впливу, з нашої історії, взяти щось позитивне, те, що позитивно вплинуло на покоління українців? Однозначно. Однозначно можем, потому что опыт, который пережила наша страна, наш народ, опыт единения, опыт победы, опыт того, что смогли себя защитить, это тоже такой же самый опыт, который внутренне чувствуется и в следующих поколениях тоже. Вот поэтому ну, можно сказать, что есть и то и другое, да, что много боли, много горя, которое может аукаться и в последующих поколениях, но есть и ощущение гордости, ощущение принадлежности к народу, которое было очень сильным в годы войны и дальше передавалось и воспитывалось. Ось як з цього впливу, з родової пам'яті, можна взяти тільки найбільше, найкорисніше? Можливо, є якісь поради для сучасного покоління? Саме головне – це знати свою історію, історію свого роду. Для цього було б добре составити родове дерево. Или если более детально это все прописывать, если с точки зрения психологии рассматривать историю рода, то составить геносоциограмму, в которой расписать всех, да, вот в единой цепи родовой, прорисовать, прописать всех тех людей, которые были причастны к роду, которые являются членами рода и причастными к ним. Людям. Вот. И может быть даже написать, вот если это геносоциограмма, написать важные события, которые были в роду. Допустим, это могут быть опять-таки военные какие-то лишения, это могут быть там, гибели там, бабушек, дедушек. И эти истории можно себе обеспечить от чего-то. Вы знаете, обеспечить себя точно и застраховать нет, но, по крайней мере, когда мы знаем о том, как это было в роду, то тогда влияние этого снижается. Когда мы понимаем, какие тяжелые судьбы были у наших предков и ну, отдаем им дань уважения памяти, то тем самым мы как будто бы балансируем нашу родовую систему. Да? Потому что всякое событие в роду должно быть признано. И должно помниться. Вот, и тогда оно не влияет на последующее поколение. Дякуємо вам, пані Світлана, за таку ґрунтовну відповідь на питання, як же все ж таки воєнні дії впливають психологічно на наші покоління. Я нагадую нашим телеглядачам, що сьогодні до нас завітала психолог Світлана Іваненко.